Всем привет! Сегодня распакуем наушники очень именного бренда JBL, а именно модель JBL Synchros Reflect BT Sport. Это Bluetooth наушники, гарнитура для занятий спортом за очень немалые деньги. Reseller whiteinthebox.com с купоном RULE-LITB4 продает их за $178. Что же, давайте приступим к распаковке. Посылка пришла почтой Гонконга достаточно быстро, всего за 22 дня. Доставка бесплатная, с трекингом. Как видим, упаковка... Посылка упакована хорошо. Пришла целой и невредимой. Упаковочный материал. Так, это Bluetooth гарнитура, поставляется в красочной упаковке. Коробка открывается, и мы можем увидеть гарнитуру через окошко. Данная модель поставляется в 4 цветах: голубая, черная, зеленая и красная. В принципе, все они выглядят ярко, кроме черной, как и должны выглядеть наушники для занятий спортом. Давайте откроем и посмотрим комплект. Так. Так, секундочку. Так, посмотрим комплект. Непосредственно сама гарнитура. Дополнительные насадки из силикона разных размеров. Микро-USB шнур. Различные инструкции. Никаких чехлов и прочих ништяков тут нет. Давайте вытащим, давайте рассмотрим гарнитуру поближе. Сразу хочу заметить, очень легкая, это большой плюс. Наушники полностью прорезинены. Производитель заявляет защиту от влаги и пота. Это понятное дело, что мы пытаться плавать с ними не будем, но базовая защита от влаги в спортивных наушниках — это обязательно. На кабеле есть светоотражающая полоска. Если вы, например, едете на велосипеде или бежите по обочине дороги, в свете фар она очень хорошо должна быть видна. На правом наушнике... Так, секундочку. На правом наушнике у нас заглушка, которая скрывает вход микро-USB. Так, закрываем. Идем дальше. На каждом конце есть магнитик. Можно наушники соединить, чтобы не болтались, если вы уже прекратили свое упражнение и больше не слушаете музыку. Очень удобно. Имеется стандартный пульт управления громкостью и кнопка переключения песен и ответа на звонки. Так, теперь немного сухих цифр.
Заявленное время работы 5 часов, что неплохо для гарнитуры таких размеров. Работают они на Bluetooth 3.0, система устаревшая, но для проигрывания музыки нам достаточно. Наушники только распаковал, не заряжал, но давайте попробуем включить и подсоединиться через смартфон. Зажимаем клавишу включения-выключения. У нас загорелась лампочка под правым наушником. Мигает красным и синим цветом. Теперь смотрим на смартфоне, подключилась ли у нас она через Bluetooth. Так. Подключено. Теперь включаем музыку. Воспроизведение идет. Давайте попробую поставить погромче. Все работает исправно. Такие вот у нас наушники. Полный текстовый обзор читайте на skublog.ru. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Ставьте лайки и до новых встреч!